Фух, всем привет, это Артём Фуколк Лайв. У меня немножко красное лицо, потому что я только вернулся с сафари на квадроциклах, и это было реально круто. Мы 2 часа катались по специальной трассе, которая сделана здесь на севере острова. То есть там и небольшие пустыни, и лес, и горные речушки, купались в грязи, гоняли по песку. В общем, круто провели время. Мне очень понравилось, я давно уже не катался на квадроциклах, и вот сегодня прям получил заряд такой бодрости, солнца, главное, драйва и вообще экстрима. Эту экскурсию проводит компания «Квадротрип», а реализацией занимается туристическая ассоциация Фукуока, куда входит как Фукуок Лайф портал, так и компания «Риц», так и другие партнеры на острове. Купить экскурсию можно по ссылочке на Фукуок Лайф, я ссылочку прикреплю к этому видео. Там же есть все условия, описывается, что предоставляет компания, как проходит инструктаж, какой возраст допускается к экскурсии. Ну и если вкратце говорить, что цена стоит для водителя это $50, для пассажира 35. Если вы в своих силах уверены, то смело садитесь за руль, это прям классно. Если нет, то можно поехать с пассажиром, конечно, трясет, но тоже эмоции получают такие очень экстремальные. Инструктора работают профессионально, помогают, подсказывают, какие-то опасные участки инструктируют, как проходить. Всегда есть вода, чтобы попить, выдают специальные одноразовые маски от пыли и шапочки на голову. То есть все очень безопасно, комфортно. После экскурсии можно помыться в душе, то есть приехать со сменной одеждой, переодеться. Ну не знаю, мне более чем хватило 2 часов в этих приключениях, даже уже в конце я думал, блин, скорее бы приехать на базу, потому что 5-я точка болит, под тобой 300 килограммов, это рычащая машина, у них есть сейчас 2 типа квадроциклов, это 600 кубиков и 400 кубиков, то есть 600 это для пассажира и водителя, и вот одноместный это 400 кубов. В любом случае, смотрите видео, ребят, блин, было реально очень экстремально, очень круто. И я очень рад, что на Фукуоке появились такие экстремальные развлечения. И теперь можно не только загорать и лежать на пляже, но и схватить там подругу или друга и дернуть в джунгли, посмотреть на то, как выглядит реальный Фукуок. Фукуок, где нет отелей, гостиниц, а есть только дикий лес, какие-то тропинки, горные ручьи, ямы с грязью, ну и всякие разные другие штуки. В общем, не буду вас затягивать. Фукуок Лайф, ссылка внизу, а дальше видео. Там бонусом я чуть поснимал с квадрокоптера, как Максим инструктор делает кругаля на своем инструкторском квадроцикле, тоже получилось круто. В общем, смотрим, спасибо всем, ставьте лайк, колокольчик, заходите на портал Фукуок Лайф, пишите мне в личные сообщения, подскажу, помогу, отвечу на любые вопросы. Всем пока! Во время поездки снимать невозможно, поэтому я буду делать маленькие вставки во время небольших технических остановок. Очень классно вообще, прям драйвово, грязь, подъем, спуски, мотор ревет, 300 килограмм под 5-й точкой. Ребята, это того стоит.
Вот уже первая грязь. Проехались. Поэтому ноги. Как впечатление? Прекрасно. Отлично. Дай газу. Он на тормозе. Как настроение? Отлично. Как, понравилось? Супер! У нас еще не закончилось. Да я в курсе, просто так интересуюсь промежуточным вариантом. Такие спаться, что ли?